В Казахстане стартовало два масштабных проекта в рамках новой экономической политики «Нурлы-жол». Это строительство вторых путей железной дороги Шу-Алматы в Жамбылской области и возведение паромного комплекса в Каспийском порту Курык. Оба проекта позволят значительно увеличить транзитный грузопоток, создадут тысячи рабочих мест и дадут мощный импульс развитию экономики. Сегодня железнодорожный отрезок Шу-Алматы способен в сутки пропустить 26 пассажирских и 17 грузовых составов. Теперь задача железнодорожников – увеличить грузопоток на этом участке с 25 до 80 миллионов тонн. Это позволит нам обеспечить провозную способность более чем в 3 раза и довести пропуск грузовых поездов до 68 пар поездов в сутки. Строителям предстоит проложить более 110 километров главных путей и возвести 92 специальных сооружения, включая 22 моста и 2 путепровода. Крупная стройплощадка обеспечит работой 1500 человек. Благодаря политике президента и реализации программы «Нурлы-жол. Путь в будущее» открываются новые рабочие места. Тем временем в Мангистауской области началось строительство паромного комплекса. Это первый объект новой инфраструктуры порта Курык, который позволит увеличить мощность паромных перевозок на 4 миллиона тонн грузов. Это место защищено со стороны от ветров, и соответствующая роза ветров, которая здесь присутствует, она максимально оптимальная для нынешнего порта. Особую роль в развитии порта будет играть железнодорожная ветка Буржакты-Ерсай. Вначале по ней будут доставляться грузы, необходимые для строительства порта, а в будущем ветка сама станет важным объектом обеспечения нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря. Аскар Сергалиев, Тамара Степанова, Сержан Жумабаев, Ирина Дусалиев из Жамбылского и Мангистауского регионов.